Талдыкургане из горящего дома эвакуировали более 20 человек, в числе которых было четверо детей. Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек 7-го микрорайона. В считанные минуты весь подъезд наполнился густым дымом. На помощь жителям сразу же бросились прохожие. До приезда пожарных им удалось вынести из огня 6-месячного младенца и 2-летнего ребенка. Затем помогли спуститься со 2-го этажа молодой женщине с 2 детьми. Причина возгорания в доме выясняется. По данным службы ЧС, с начала года в области произошло 1215 пожаров, и в них погибли 25 человек. В подъезде приходилось передвигаться практически на ощупь. Таким густым был дым. Когда добрался до 3-го этажа, уже практически задыхался. Там окно оказалось открытым. Глубоко вдохнул, набрал воздуха в легкие и бросился дальше на 4-й. В квартире забрал 6-месячного ребенка, завернув его в одеяло. Потом поднялся на 5-й, прихватил с собой еще 2-летнего малыша и побежал вниз. На сегодняшний день основная проблема, так как отопительный сезон настал, очень много происходит пожаров в жилом секторе, много происходит отравления угарным газом. На сегодняшний день отравлением угарным газом зарегистрировано 315 человек. Из них 13 человек погибло.